отдельно взятой семье. Правила жизни просты. Кто-то носит зарплату, кто-то поливает цветы. Казалось бы, куда уже проще, на все это лириком в общем. Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты. Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты. Ну? Что может случиться, когда открываются рты? В ток-шоу на кухне, при сознании своей правоты. И как написал Папа Римский в Фейсбуке, не лайкайте в суе имя Господа, суки. Но скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты. Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты. Хоть трава не расти, хоть шаром подкати, ты не ешь и не пьешь, ты постишься в сети. Но я не грущу, на судьбу не ропщу. Женщина в доме грустно стоит у плиты, а объевшийся груш со стервенением крутит болты. У нас на двоих огромный IQ, но сегодня вопросы здесь я задаю. Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты. Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты. Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты. Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, и я тебе скажу, и я тебе скажу, кто ты.